Ко дню инвалидов сотрудники брестского предприятия «Брестмаш» сделали подарок коллективу территориального центра социального обслуживания населения Московского района. Подарок, который был просто необходим – новенький микроавтобус, предоставляющий услуги социального такси. Мобильно, комфортно, бесплатно. Такими будут сейчас поездки людей с особенностями. Сегодня «Брестмаш» и в целом управляющая компания холдинга «Белавтомаз» подключилась очень плотно к программе «Безбарьерная среда». И вот этот автомобиль – часть этой программы. Компоновка автомобиля, расположение сидений разработано с учетом потребностей территориального центра. То есть в этом автомобиле есть два места для колясок инвалидных или колясочников, и также в нем еще находится 9 мест для пассажиров, то есть он очень тоже вместительный. В нем находится подъемник специально для грузоподъемностью 350 килограмм, то есть с большим запасом, очень комфортно складывается внутрь автомобиля, не превышает при этом габариты автомобиля, вот. Поэтому салон разработан с учетом пожеланий территориального центра обслуживания населения и с учетом тех потребностей, которые необходимы для перевозки лиц с ограниченными возможностями. Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района уже давно оказывается услуга социальной такси. Да? Было приведено еще лет 10 назад тоже автомобиль на базе «Газели», который оказывал эту услугу. Но за это время тоже машина состарилась и уже требовала обновления. И как раз так получилось, что она очень кстати, да, что на Бресте, на брестском предприятии «Брестмаш», где собираются мазовские машины, было как раз и сделано машина как раз для перевозки инвалидов. И в результате проведенных торгов, как раз и они состоялись накануне, скажем, как раз этого праздника, да, и была эта машина приобретена и победила среди других претендентов. Приобретена практически за 161 тысячу белорусских рублей. В рамках торжественной церемонии передачи микроавтобуса состоялась своеобразная демонстрация возможности перемещения. Для безопасной посадки и высадки пассажиров в коляске машина оборудована специальным устройством, обеспечивающим плавный надежный подъем без каких-либо усилий. Мы очень довольны то, что решением Брестского горосполкома нам выделена сумма для приобретения автомобиля. Мы, естественно, объявили торги электронные и выиграл «Брестмаш». Эта машина очень прекрасная. Прекрасная машина во всех отношениях. И что в ходовой части, что в обслуживании, что вот, в общем, расположение салона. Здесь и все. И я думаю, что я уверен в том, что тех, кому мы будем перевозить, останутся довольными и качеством услуги и комфортность. Воспользоваться услугой социального такси может любой житель Бреста, попадающий под категорию граждан, имеющих на это право. Для того, чтобы вызвать такое такси, нужно обратиться в территориальный центр социального обслуживания Московского района.